БРИКС вообще объединение очень молодое само по себе. Оно динамичное, активно развивающееся. И его отличительная черта – это инновационный, современный характер тех взаимоотношений, которые существуют в БРИКС. Повестка дня БРИКС к моменту начала российского председательства, и те, кто следит за объединением, за развитием формата БРИКС, знает, она, конечно, серьезно расширилась. У нас добавлено сейчас в повестку дня объединения достаточно большое, ну, мы бы назвали его социально-гуманитарное, наверное, измерение работы стран БРИКС. В нем несколько направлений, несколько компонентов. В том числе и молодежная платформа. Но молодежная платформа, она в своей основе, как нам представляется, она присутствует во всех направлениях работы БРИКС. И те задачи, которые сейчас лидеры стран БРИКС на ведомственном уровне, на уровне других структур, общественных организаций ставятся сейчас перед нашими странами с точки зрения уплотнения связей, повышения благосостояния народов, развития вот позитивной, созидательной повестки дня нашего объединения, она так или иначе ориентирована на молодое поколение. С одной стороны, уже сейчас молодые лидеры наших стран, как принято сейчас называть, они активно подключаются на своих профильных участках к той работе, которая ведется в БРИКС. С другой стороны, стараемся так выстраивать наши приоритеты, чтобы в них присутствовала всегда забота о том, с каким миром дальше молодому поколению придется жить и работать, что мы оставляем в наследство. БРИКС – объединение, которое работает на перспективу. И вот поэтому нам очень важно, чтобы уже сейчас, и мы считаем это правильно и нужно, и, насколько мы понимаем, партнеры по этому формату нас поддерживают и активно откликнулись на инициативы, предложенные в том числе и Росмолодежью. Нам крайне важно, чтобы попытаться объединить усилия молодых лидеров, скоординировать их работу, чтобы у них было ощущение единства действий и коллективного поиска, вне зависимости от того, на каком участке, на каком направлении они заняты сейчас. Мы думаем, что молодежная платформа в разных ее каких-то ипостасях, будь то молодежный саммит, форумы молодых дипломатов, которые у нас запланированы, молодежные обмены, глобальные университетские саммиты, сетевые университеты, академическое сотрудничество и так далее. Здесь везде вы будете чувствовать, вот молодое поколение будет чувствовать, что делает одно дело и как раз работает вместе с точки зрения коллективного поиска ответа на те задачи, которые стоят перед нашими странами, перед нашими народами, на благо развития и стабильного, предсказуемого и процветающего мира. У БРИКСа, в принципе, ну, хочется лозунгами, конечно, закончить выступление, но, наверное, все-таки еще раз повторюсь,
У БРИКСа всегда созидательная и позитивная повестка дня. Мы работаем, не противопоставляя те направления, которые развиваем, международным тенденциям развития. Всегда стараемся, чтобы они шли в русле тех задач, которые сейчас требуется реализовывать.